Здравствуйте, меня зовут Стрельцова Анна, я директор по развитию сети бутиков элитного чая и кофе «Чайбург». Наша сеть существует с 2012 года. У нас заключены прямые контракты с производителями чая и кофе со всего мира. Это позволяет нам продавать в наших бутиках гарантированно качественный продукт. У нас 12 собственных магазинов и франчайзинговая сеть из 20 магазинов под нашим брендом. Наша концепция – бутики в торговых центрах А и Б+, для клиентов с достатком средний плюс. Мы используем программу ЕДС в бизнесе с мая 2018 года. На старте проекта мы поставили перед собой 5 основных задач. Это замена пластиковой карты на электронную карту, это налаживание привлечения клиентов через сарафанное радио, это создание системного канала коммуникации с клиентами, это замена прямой скидки на бонусы, и это оцифровка базы клиентов от Калининграда до Владивостока. Внедрение системы мы доверили компании «Техномаркетинг» Максима Моисеева. Работа системы начинается с оцифровки базы клиентов. И на этом этапе очень важно создать правильную культуру в коллективе. И, как мне кажется, нам это удалось. То есть до 70% операций проводилось при помощи мобильного приложения UDS. И это в розничной торговле, где клиенты нацелены на быструю сделку. Клиент скачивает бесплатное приложение пользователя, сканирует QR-код у кассира и все. Бонусная карта у него в телефоне. С каждой покупки клиенту начисляется кэшбэк в виде бонусных баллов. Поэтому у него есть веская причина со следующей покупкой вернуться именно к нам. Ведь у нас можно оплатить покупку баллами, а у конкурентов нет. Клиентам искренне нравится сам процесс. Все современно и технологично. На текущий момент мы полностью заменили пластиковые дисконтные карты на электронные. За неполный год мы выдали клиентам более 20 тысяч бонусных карт, сэкономив на пластике и оборудовании для считывания карт около 400 тысяч рублей. Главное, мы добились, чтобы эти карты работали. По статистике, клиент, который получил бонусную карту, возвращается за повторной покупкой в 3 раза чаще. Кроме того, суммарно чек клиентов с приложением на 30% выше. UDS позволяет коммуницировать с клиентами через пуш-уведомления, и это бесплатно. Теперь мы не думаем, стоит ли отправлять клиентам ту или иную акцию. Мы просто отправляем, экспериментируем, тестируем разные варианты. Если бы мы делали это через СМС, это стоило бы нам более 700 тысяч рублей в год. Около месяца назад мы запустили кросс-маркетинговый проект с сетью кондитерских «Шантимель». И теперь наши продавцы выдают нашим клиентам не только нашу бонусную карту, но и бонусную карту «Шантимель». И наши клиенты оказываются в базе клиентов «Шантимель». Наши партнеры «Шантимель» делают то же самое, и благодаря этой программе за один только первый месяц мы получили в свою базу более 450 клиентов. И я думаю, что это только начало. Я рекомендую UDS. Это хороший и современный инструмент работы с клиентами.